Здравствуйте, это канал Максимат, и мы продолжаем играть в Angry Birds Star Wars. Короче говоря, следующая планетка у нас называется Хос. Давненько мы с вами не играли. Такая вот холодненькая планетка. И она, кстати говоря, это первая планетка, которой не было в первой версии игры. Которая вот, ну вот релиз вышел, когда 8 ноября 12.00. И вот этой планетки там не было, там было написано Coming Soon. Такой вот факт интересный, можно сказать. И эта планетка довольно интересная. Она такая вот зимняя, холодненькая. И этот эпизод, кстати, вот эта планетка, уже относится к пятому эпизоду Звездных войн под названием «Империя наносит ответный удар». Там где-то в начале эпизода была вот эта холодная планета. Три звезды. Так, что у нас дальше? Вот такие вот тут у нас свиньи, вот такие вот. Такие вот штурмовики в других вот вариантах. И еще какой-то. Какой-то робот с вилкой, с дрелью и еще с чем-то. А, с молотком. Мочим вот так вот их сейчас. Блин, эта планетка классная. Вот мне нравится, если честно. Этот снежный вид. Блин, вот последний вот упадет. О, падает, падает, падает. Давай, 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 давай. Отлично, блин. Так, а вот это у нас уже Лея. Мы теперь можем играть за нее. Лея Органа. Ну или Лея Скайуокер, настоящая фамилия это. Все-таки сестра Люка, все-таки. Хотя об этом сначала никто не знал. И, собственно говоря, в Angry Birds Star Wars 2 была еще Падме, которая очень похожа на нее внешне. Я имею в виду в игре. А так-то она вообще мать Леи и Люка. И способность у нее та же, что и у Леи, но обратная. Если Падме отталкивает от себя предметы, то вот это притягивает их к себе. Блин, весеннее обострение начинается, и нос у меня закладывать начинает из-за этого, потому что, ну, березы... А, отлично, отлично, отлично. Уже не, стрелять не придется. Цвести начинают березы и многое другое, у меня на это аллергия. Так что фиговенько все это получается. Вот уже, как видите, а так, отлично, этот уровень тоже прошли. Так, а вот это уже монстр каменный, ну или железный у нас. С пушкой во рту, давайте мы его... О, блин, я не так хотел. Не то зацепило. Так. Вообще, эта фигня
с головой. Блин, это вообще эффекту не дало. Давайте еще раз. Давайте по-другому сделаем. Можно отрубить голову. И это более правильное решение. О, сейчас повалится все прям на... Вон туда. Ну, нет, до динамита не добралось все-таки. Ну, ничего, сейчас эти сдохнут. Динамит не бубанул, ну и ладно. Короче, эти железные штуки... Это вообще машины какие-то, которые вот были. Были в том числе и в фильме. Уже как они называются, я не помню. Вот серьезно не помню. О, а этот не стреляет. Окей. Правда, этот остался жив, свин. Была вот карта в Майнкрафте еще, Звездные войны, я проходил, и там была эта самая планета, кстати, Хост. И там надо было проникнуть в одного из таких монстров, так сказать. И там даже было написано, как он называется, но я уже не помню, как давно я играл в эту карту. Кстати, надо, наверное, заснять эту карту. Эх, не бомбануло, блин, снег этот помешал. Так. Так, вот этот динамит, я так понимаю, может покатиться туда. Он покатился, но это большого эффекта не дало. Ну, сейчас этого добьем сейчас по-быстренькому. Так, чубак возвращается у нас. Так, ну этими оставшимися мы не добьем их. Давайте еще раз. Блин! Эх, жаль, не провалился он туда. Даже этот не сдох, посмотрите. Ладно, сложный какой-то уровень уже начался. Да что ж ты будешь делать, а?
Так, ну, не получится, не получится у нас этих троих сразу убить. Так, ну эти подохнут, а этих-то мы сможем? Блин, жалко, не доцепился до этого внизу. Даже эти не сдохли. Так, это 10-й у нас, да? Окей. Только 10-й, уже 11 минут как бы прошло. Это какой-то сложный уровень уже, если честно, это. Но мы должны его пройти. Пропускать уровень это тут нельзя. Ну, вряд ли что-то даст, конечно. А, нет, дало, отлично, мы прошли это, отлично. Надо-ка сделать так, чтобы вот эти камушки повалились все. Отодвинуть робота вот этого сначала, а потом кусок снега этого расхреначить. Отлично. Прям как надо. Сейчас вот этого добьем. Так. Вот этот уровень тоже довольно-таки непростой, кстати. Потому что здесь надо как-то точно стрельнуть. Можно в эту сторону камни попробовать. Не-не-не-не. Камушки в эту сторону подкинем. О, давай. Ну чего ты не разломалась-то, ё-моё. Ладно, давайте эти уберем. Может, динамит хотя бы взорвется. Динамит не взорвался. Сложные какие-то уровни пошли. Интересно, и дотянем ли мы вот до этого? А, дотянули, отлично, дотянули. Так, ну тут все просто. Вот эту ногу надо в динамит. Нет, надо вот эту синенькую. Во.
Эх, не бомбанул динамит, жалко. Блин, стричься уже, наверное, надо. Да нет, нам. Проходить еще много, проходить еще много. Так, вот так сделаем еще. Так, и вот эту фигню еще притянем. Ну, этот уровень довольно-таки легкий получился. Да бля, ну ты чё? О, сейчас все разнесет нафиг оно. И эти попадают сейчас тоже. Так, вот тут надо, наверное, по динамиту фигакнуть. Господи. Так, может, туда вниз под снег фигакнуть лучше. Блин, надо антенну эту сломать. Мешается. Эх, немножко не туда, надо под ногу прям. Блин, вот так вот сразу надо было делать. О, там золотой экстроид лежит. Нам надо его как-то достать. Нет, не так достается он. Это... Вот, ну вот эта фигня, вот это вот, явно для чего-то там стоит. Не помню я, как точно добывать это яйцо, но сейчас разберемся, надеюсь. Наверное, надо вот эту фигню подстрелять. Нет, нет, нет. В эту фигню пострелять. От этих избавиться. И вот так. Ага, блин, мимо чуть-чуть. Ну ладно, именно вот так надо доставать это яйцо. Но надо под каким-то специальным углом стрелять. Эй, а чё она разломалась-то? Да что ты? Да не ломайся ты, ну как? В прошлый год как надо, чтобы она не сломалась? О!
Отлично, надо в толстый слой вот этот стрелять. Эх, не туда. Надо под каким-то специальным углом стрелять. Туда, чтобы она точно долетела. Так, может вот так? В середину? Нет, не в середину. Немножко правее. Эх, опять мимо. Кстати говоря, вот это последний уровень в снежной локации. Следующий уровень в космосе будет. Еще левее, может. Правее, то есть. Нет. Сейчас достанем. Нам нужно достать это яйцо. Всего в этом эпизоде 2 яйца. И второе из них добыть гораздо легче, чем первое, чем вот это первое. Еще правее. Чуть-чуть не достало. Блин, не туда. Не туда. Надо в эту вот стрельнуть. Да что ж ты будешь делать, а ну как достать это, а? Может вот так? Отлично! Достали, наконец. Надо было в самое-самое право стрелять. Так, здесь надо... Нет, нет, надо, чтобы оно в круге было. Я думаю. Так, и на двоих осталось 2. Блин, ну, не рассчитал сейчас немного, но ничего, сейчас еще раз сделаем. Так, осталось 2, ну и на двоих, естественно. Блин, жалко, не сдох. Ну ничего, сейчас последним добьем. Отлично, а теперь давайте уровень этот наконец-то пройдем. Нет, нет, не так. Блин, голову не взорвало.
Может, камушки эти свалить лучше? Да, похоже на то. И сейчас этих дофигачим. Но не этой птицей. Так, теперь мы в космосе. И в космические уровни-то посложнее будут. Их не может сдвинуть нормально. Так, камушки, камушки, камушки. Эх, не бабанул динамит, жалко. В смысле, а чё оно назад, а чё оно туда отбросило? Мы же примагнитили Келлини его, а не оттолкнули. Да, толку от этого мало, конечно, было. Ну-ка, давайте еще раз. Вообще ничего это не дало. Эх, не дотянуло камушком до этого, ну ладно. Зато мы сейчас примагнитим его, он-то точно примагнитится. Ну и все. Да, космические уровни не очень-то я люблю, если честно. Сложновато у них. Так, и последнего. Девятнадцатый, окей. Следующий двадцатый. И будет половина. Двадцатый это вот такой офигенный корабль, блин. Космический. И сейчас мы его разрушим. Ой, сейчас расстреляет все нафиг. Фигня эта. О, что-то с этим уровнем как-то легко получилось. Обычно, я помню, раньше играл, когда у меня с этим уровнем этот уровень надолго затягивался. Сложно было.
Так, Чубака получает усовершенствование. Теперь он стал мощнее, и сейчас мы это испытаем. Ну и последнего. Эх, вот не туда я стрельнул, не туда. О, кстати, вот такие вот камни голубенькие в Angry Birds Space были тоже. Они там, они выглядели немного по-другому. Но они также разрушались, точно так же. Вот эти. Так, голова здесь у нас. О, отлично. О, еще и до этого дотянуло. Офигеть. О, давай, давай, давай. Отлично, отлично вообще. Офигенно. Так, и... Двадцать третий вот это у нас, а? Окей. Уже прошли больше половины, как говорил уже. За полчаса. Отлично, у нас бонусный уровень открылся. Давайте пройдем его. Довольно-таки легко это было. Так, 25-й это у нас. Так, как-то надо... Ну и последнего мы сейчас зафигачим по-быстрому.
Кстати, что-то мы уже не на снежной планете, я смотрю, потому что тут снега нигде нету. Вот только сейчас внимание обратил. Тут астероиды кругом. О! Тут у нас третий джетпак находится. Мы должны его добыть. Давайте заново. Да, вот эти вот, что я только что взорвал, это, напоминаю, что это не свиньи, это истребители. Ну, то есть, летучие эти корабли маленькие. В какую-то пещеру мы залетаем. И мы оказываемся вообще фиг знает где. Где летучие мыши, свиньи? Чё это еще за бред такой, я не понимаю. Я не помню в фильме вот этих существ, но я точно помню, что там была вот эта локация. Вот эта локация там была, это я точно помню, да. В пятом эпизоде. 28 уровень это. У меня уже немного осталось. Довольно немного. Это землетрясение, блин, было сейчас. Давай, давай, да. Блин, не дотянуло. И где-то на этой локации, где-то на этих уровнях, сейчас вот, будет еще один золотой экстероид. Его добыть будет здесь легче, чем первый. Блин, в этой локации от взрывов землетрясение такое жесткое. Хорошо, что мы из космоса вышли. Здесь уровни-то легче будут. Ну, во всяком случае, я надеюсь на это. Так, камушки вот эти свалить надо, наверное. Хотя, может, и нет, кстати, потому что вон тот свин живы остались. Эх, не дотянет, не дотянет. Еще раз, или... Нет, нет. Мне кажется, надо вниз туда стрелять. Так, отлично, но я хочу, чтобы она еще и в ту деревяшку попала.
Нет, еще раз надо. Во, хорош. Окей. Отлично. Тридцать первый уровень. Осталось-то всего 9. Вроде бы 9. Так, сейчас этот камушек все разнесет. Вот только заблокировалась дорога туда. И до этого свина будет сложно добраться. Блин, не туда. Может, вот так как-то? Нет, не совсем. Может, эти лучше разрушить? А, и как раз это тоже сломается. Ладно, давайте в цепи лучше разломаем, чтобы путь этот открыть туда. А я думаю, с этим уровнем сложно не будет. Сейчас сюда попадем еще. Ну, а, да, без проблем. Сейчас опять землетрясение будет. Не достало. Да что ж такое, опять не достало. Вот теперь достанет. Так, какие бы камушки лучше подбросить? Вот эти? Ну и с этим легко будет. Так, а вот и второй экстероид. Надо вот эту железную фигню наклонить вот туда. И стрельнуть в нее рикошетом.
И сейчас все это развалится. Быстренько, прям очень. Не сильно что-то долетает оно. До вот этого вот не долетает. Да что ж ты будешь делать? Как этого убить, заразу, а? О, да. Сдохли, отлично. Я уже думал, они сейчас прислонятся, да разве что синяк под глазом, а тут не, сдохли. Отлично. Сталактит этот, или как его можно назвать, мешается. Куда ж ты стрельнул, блин? То эта упавшая сосулька не очень-то эффекта дала. Так, окей. О, даже динамит взорвался. Так, по-моему, это предпоследний уровень уже. Вроде бы.
Так, достанет ли? О, отлично, отлично. А вот и финальный уровень у нас. Да, немного вот такой странноватый эпизод. Начинается на снежной планете, а заканчивается вот в этой фигне. О, вот это уже было неплохо. Сейчас кто-то... Да. Из них кто-то сдохнет. Ой, даже не один. О, вот это жирный какой, бля. И он сдох. Очень-очень быстро. Ну вот и... Все. Эпизод пройден. И мы, получается, что, все это время были в желудке вот этого вот черносвина, что ли, из которого мы улетаем. Ну, короче. Следующая планетка Cloud City мы будем проходить. Ну а на сегодня мы будем заканчивать. С вас лайк, подписос, с меня эпичные видосы, подписывайтесь на мой стрим. А, подождите. Давайте сначала новые трофеи посмотрим. Во-первых, Лея. Также вот эти вот всякие. Эти, ну и эпизод пройден. Подписывайтесь на сибирский канал, вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока.